обеспечивают молоком сельских жителей и крестьянско-фермерские хозяйства. Одним из первых на селе организовал свое молочное дело Александр Латышев из Неси. Молодой фермер начал свой бизнес в прошлом году с нескольких дойных коров. Сегодня стадо увеличилось в разы. На покупку первых коров Александр Латышев получил окружной грант. Наладив производство молока, предприниматель подал документы на получение субсидии. Как и все молочные животноводы округа, фермер получает поддержку из окружного бюджета в размере 100 рублей на килограмм реализованной продукции. Помимо Александра, молочным бизнесом в Неси занимается и Лариса Ардеева. На двоих у молодых фермеров 30 голов крупного рогатого скота, 18 дойных коров, быки и телята. По словам главы Канинского сельсовета Галины Варницыной, с появлением местных фермеров объем молочной продукции, которую доставляли в село из Архангельска, снизился в разы. Молоко реализует населению по цене 60 рублей за литр. Молоко реализует через магазины ИП, договоренность у них есть. И кроме молока, они еще реализуют сливки и творог. Население, по-моему, очень даже к этому хорошо относится. По крайней мере, я не раз слышала слова положительные, да, отзывы, что хорошо, что у нас появилась своя молочная продукция. Хорошо, что мы снова стали пить свое молочко. В планах фермеров полностью обеспечить рынок молочной продукции собственного производства. Отмечу, сегодня в Неси проживает порядка 1500 человек.